сьогодні взяти готівковий кредит в банку – не проблема. За декілька годин можна отримати від кілька сотень до десятків тисяч гривень. Проте проблеми починаються тоді, коли кредитні кошти потрібно повертати, а ви не спроможні. Телефонний терор, погрози, цькування рідних та навіть знайомих – так працюють стягувачі боргів – колектори. Саме вони професійно зможуть перетворити ваше життя та життя ваших родичів і знайомих на суцільний жах. Як захиститись від нав'язливих, а то і агресивних колекторів – дивіться далі. Вот здесь были надписи уже на второй день, когда мне написали. Я уже им, естественно, в ответ начала писать записки, чтобы они больше не рисовали мне двери. Пошлите на второй этаж. Здесь я, конечно, уже постирала все, но все равно заметно. Здесь вот было написано 3 дня. Вот еще пооставались надписи. С краски оно, конечно, удалилось хорошо, а с побелки нет. И здесь вот квартира 49. Довг здесь було написано. І це не дитячі пустощі. У такий спосіб колектори намагаються натиснути на кредитних боржників та їх родичів. Методи переконання повернути борг майже однотипні. Від психологічного тиску і образ до залякування та погроз. Про те, що кілька місяців буде жити в страху, багатодітна мати і подумати не могла, поки до її оселі не навідались чужаки. Месяц назад принесли детям, меня не было дома, были дети дома, они отдали вот эти бумажки, и дети говорят, что папа с нами не живет, и он здесь не прописан. Они сказали, что раз он здесь не живет, значит, с долгами будет рассчитываться мама. Саме тоді пані Ірина дізналась, що на початку цього року її колишній чоловік взяв позику – майже 2 тисячі гривень – в одній із фінансових установ. Своєчасно кредит та відсотки сплатити не зміг. І вже у березні кредитор, начебто за договором факторингу, відступив право вимоги повернення боргу іншій фірмі. Юристи констатують – це незаконно. Діяльність колектору, в отличие від стран, с развитой экономикой типа Соединенных Штатов Америки, абсолютно никак не урегулирована у нас. Коллекторская деятельность подразумевает выкуп проблемных активов по договору факторинга. Это тысячи и десятки тысяч проблемных активов выкупаются за какие-то небольшие деньги, так как банк, любое финансовое учреждение, оно само не в состоянии чаще всего заниматься вот такими проблемными активами. И вместе с тем же в Украине по договору факторинга имеет возможность выкупать только задолженности юрлиц. В конце марта месяца Высший административный суд подтвердил неправомерность передачи активов физлиц коллекторским компаниям. Требовать возврата долгов имеет право только банк-кредитор, или же банк имеет право переуступать другому банку. Якщо вас своєчасно не повідомили про зміну кредитора, ви можете не виконувати своїх зобов'язань і нічого йому не платити. Банки должны уведомлять в течение 5 дней, когда происходит подписание договора факторинга либо переуступки долга права требования, вот, а это 2 разных договора, то они должны письменно уведомить в течение 5 дней заказным письмом с уведомлением о том, что вы об этом уведомлены должным образом. Але головна мета кредиторів – стягнути борг. А фінансова та юридична неосвіченість людей розв'язує їм руки. Спочатку нові кредитори намагались вплинути на боржника письмово, але його місцезнаходження встановлювати не стали. Вимогу про сплату боргу принесли його колишній дружині, де зазначили, що у разі несплати кредиту боржника буде притягнуто до кримінальної відповідальності за шахрайство. Саме такі формулювання використовуються як один із методів психологічного тиску. Хотелось бы обратить внимание, что кредитные обязательства – это есть гражданско-правовые обязательства, отношения, и никакой ответственности криминальной не предусмотрено, если изначально не было умысла не платить по кредиту. То есть, если человек оплатил хотя бы один раз и не подделывал никакие документы для получения этого кредита, криминальной ответственности для человека быть не может. Фінансисти визнають, заборгованість по кредитах зростає, і ці борги треба комусь вибивати. Отже, банки та фінансові установи перепродають борги колекторам. Пані Ірина згадує, через декілька днів після отримання письмового попередження колектори застосували більш кардинальні методи. Я виходжу на роботу, і тут у нас розписи
кресты на дверях, наклейки угрожающего характера, надписи на стенах, квартира 49, в течение 3 дней верните долг. Я вообще в шоке таком, я была вообще в таком трансе, что я не знала, что мне делать, куда мне обращаться. Юристи зазначають, діяльність колекторських компаній за межами правового поля України. На сегодняшний день актуальная проблема возникает у людей, когда к ним обращаются коллекторы по взысканию задолженности, кредиторской задолженности после того, как люди получили кредит в банке либо других финансовых учреждений, которых на сегодняшний день открыто много. Вот, и сталкиваются с такой ситуацией, когда по ночам звонят, наклеивают наклейки на квартиры, пишут надписи, присылают письма с угрозами, что будет описано, арестовано, реализовано имущество, принадлежащее им, если в кратчайшие сроки не будет погашена задолженность. Эти действия коллекторских работников не предусмотрены ни одним нормативным актом Украины и на сегодняшний день являются вне закона. По конкретной ситуации хотелось бы обратить внимание, что здесь налицо нарушение норм закона, в первую очередь статьи 189 Криминального кодекса Украины. Это вымогательство. Здесь оно имеет место. Я бы обратил внимание, статья 182 Криминального кодекса, нарушение неприкосновенности частной жизни, также имеет место. И, пожалуй, наиболее подходящая статья, по которой, по всей видимости, и будет классифицирована, это статья 355 Криминального кодекса Украины. Это принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств. Як свідчить практика, колектори впливають не лише на боржника. Вони тероризують членів його родини, близьких, сусідів, співробітників. І цьому сприяє легковажність самого позичальника. Когда заемщик, который обратился в банк либо в финансовую установу получить кредит, у него, как правило, в заявке на получение кредита просят указать несколько телефонов для того, чтобы подтвердить, что этого человека знают. Но никто не предупреждает о том, что вы даете данные, не согласовав с тем человеком, можно ли указать его адрес проживания, либо дать его мобильный телефон, раскрывая тем его персональные данные. Получив такие персональные данные даже от вас, как от заемщика, банк, если это банк, он не имеет права разглашать банковскую тайну о наличии ваших счетов, либо те, которые кредиты вы получили, на какую сумму. То есть также, передавая эти данные коллекторским фирмам, они разглашают банковскую тайну. Поэтому перед этим, как давать какие-то сведения о своих друзьях и близких, согласуйте с ними, дают ли они вам добро, и внимательно читайте кредитный договор, в котором указано будет, даете ли вы право на разглашение персональных данных, либо вы запрещаете разглашать персональные данные и не разглашать банковскую тайну. Пам'ятайте, банки та фінансові установи не можуть вимагати сплати заборгованості з родичів позичальника. Будь-який кредитний договір передбачає сторони кредитного договору. Да? Одна сторона, яка дає кредит, інша сторона, яка бере кредит. Є ще додаткові договори про руки. Так ось, відповідальність за кредитним договором несе або та особа, що взяла кредит, або поручитель. Все. Якщо починають погрожувати членам родини і так далі, це вже беззаперечний факт порушення законодавства. Ми розуміємо, що люди, які живуть подружжям, що за сімейним законодавством спільне майно є спільною власністю подружжя, але людина несе відповідальність лише своєю часткою. Тому, якщо там дітям, бабусям, батькам починають дзвонити, звертатися відразу до правоохоронців, звертатися письмово. Будь-які заходи щодо примусового стягнення заборгованості можуть вживати за рішенням суду, яке набрало чинності. На сьогоднішній день єдиний орган, який займається виконанням рішення суду та інших органів і виконавчим написом нотаріуса, також є документ, який підлягає обов'язковому виконанню, є Державна виконавча служба. Сьогодні з'явився у нас інститут додаткового приватного виконавця. Але це беззаперечно ті посадові особи, які діють в межах, в спосіб і в порядок, які передбачені виключно законом про виконавче провадження. Всі інші діяльності, які пов'язані зі стягненням коштів, вони є умовно такими, що не відповідають вимогам законодавства.
Що робити і як поводитись, якщо колектори вже розпочали проти вас свою активну діяльність? По-перше, не панікуйте. Попав в такую ситуацию, вы должны сразу обращаться в полицию по факту хулиганских действий, своим знакомым, друзьям, родителям, родственникам. Ни в коем случае не вступать в контакты с этими коллекторами, дабы не выслушивать. То есть, собственно говоря, они не имеют права вам даже ничего рассказывать, только в рамках правового поля. И запомните раз и навсегда, признать ваш долг может только суд. Ни один коллектор, ни один договор ничего не имеет. Если вдруг вам пришли и начинают на вас давить, то же самое, вы вызываете полицию, проверяете документы, чаще всего их не будет. Важный момент, на что хочется отдельно обратить внимание, почему коллекторы не идут в суд. И если вы отсылаете их просто в суд, не общаясь, они этого не сделают, потому что им очень важно выбить те проценты, которые они насчитали баснословные. Так называемые пени. Запомните три базовых правила. Первое базовое правило. В течение 3 лет с момента прекращения платить вы уже ничего не должны по сроку давности. И второе. Верховный суд прокомментировал о том, что проценты и пеня не могут взиматься больше года. Третье. Самое важное. Не признавайте эти долги и требуйте обращения в суд. Там уже в суде пусть они будут доказывать правомерность своих требований. Пришли к вам. Запишите. Фамилия, имя, отчество, фирма, на которую он работает, либо представляет интересы этой фирмы, потому что зачастую работают по доверенности. Попросите сфотографировать, либо хотя бы записать правильный юридический адрес, название, номер доверенности, когда выдано, фамилия, имя, отчество человека, который что-то делал. Если вам звонят точно так же по телефону, вы можете попросить и записать номер телефона, куда обратиться. И уже это работа полиции, выяснять в дальнейшем, работает ли этот сотрудник, почему он работает таким путем, путем выбивания, вымогательства. Вот, и довести дело, как говорится, до суда, для того, чтобы привлечь к уголовной ответственности. Отже, перш ніж взяти гроші в кредит, зважте всі ймовірні ризики. Беріть позику тільки в перевірених банках. Уважно читайте договір, особливо те, що надруковано дрібним шрифтом. Не поспішайте підписувати документи, якщо чогось не розумієте. Якщо ваш банківський борг продали і колектори на вас тиснуть, звертайтесь до поліції. Читайте закони, дивіться нашу програму. І тоді ви впевнено зможете сказати «Я маю право».